Всем привет, дамы и господа! С вами Надюфил, продолжаем прохождение нашей игрушки Cozy Grove. Погнали к просмотру! Ну что, давай вставай, мой юный усатый скаут. Дорогие друзья, у нас с вами накануне 95-й день пребывания нами на нашем призрачном острове. Ну что ж, давайте помогать нашим друзьям-призракам. А по традиции, не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки, мои дорогие друзья. Октавия, что ты нам хочешь рассказать? О, привет, Лапуля. Мы тут с Келли любовались видом. Не думаю, что мне когда-нибудь надоест смотреть на океан. Он постоянно меняется, всегда приносит что-нибудь новое и уносит старое. Ничто не остается неизменным. Красиво. Ох, наверное, я стащила эту мысль у какого-нибудь более умного медведя. Я много думала с тех пор, как получила от тебя это ожерелье. Я больше не хочу отгораживаться от других. Не знаю, поможет ли мне это двигаться дальше, но я хочу попробовать. Это здорово. Ха, спасибо, Лапуля. Я рада, что ты меня поддерживаешь. Может быть, я смогу иногда наблюдать за волнами с кем-то еще, кроме оленя. Это уже довольно достойная цель. Как думаешь? Определенно. Чтобы оседлать большую волну, нужно сперва потренироваться на маленьких. Я вспомнила это благодаря тебе, Лапуля. Спасибо. Шикарно. Ну что, дорогая Октавия? Вот ты теперь у нас и свободна. Теперь будешь отдыхать. Дорогая наша Октавия. Так, а где наша Шарлотта? По ночам на острове довольно холодно. Не хочу, чтобы кто-то из туристов простудился. Поможешь мне набрать дров? Да ради бога. Держи. Ох, спасибо, то, что нужно. Теперь туристам будет тепло и уютно, если они к нам приедут. Ну, конечно, должно быть тепло и уютно. Пальма. Что за пальма? Прикольно. Так. Давайте-ка потихонечку все начнем собирать. Так, Мурфель не желает, Дюпла не желает с нами разговаривать. Так, кстати, где-то там рядышком артефакт находится. Правильно пошел? Так, Валентина. Валентина молчит. Где-то здесь или тут. О, нашли. Ну, давай. Отлично. Так, Топтыгин с нами сегодня не желает общаться. Да, Топтыгин? Патрис не хочет. А где наш дорогой лис? Ну-ка. Прикупить мы у тебя хотим. Куст черники. Пекан. Пекан давай возьмем. И розовую сливу. Быстренько сейчас это высадим. Вот. Так, тебя
сюда. Ну, надо будет заняться все-таки потом, так сказать, уже перестановочкой. Так. Сюда куст посадим. А тебя мы посадим вот сюда. Все, там посадили, все шикарно. Арджун, давай, рассказывай, что потерял. Кепка. Колючий стебель с тремя цветками. Поищем. О, пий! Кстати, у него где-то здесь есть артефакт рядом. Мы его должны найти. Вот он. Интересно, что он нам сейчас расскажет? Наш дорогой пий. Опять найти какой-нибудь камень. Я думал о том, уроги изобилия, рыцарь. Когда-то подобные вещи служили символом церковного богатства. Большинство простых прихожан видели рог изобилия только на наших главных священных праздниках. Я бы помолился духом перед большой пылающей свечой. Затем благословил еду, и все медведи приступили бы к трапезе. Я хочу снова зажечь свечи, рыцарь, чтобы разделить их благодать со всеми. Гигантские восковые медведи. Бах. Бах. Вот так вот. Шикарно. Тебе удалось восстановить последнюю из великих свечей. Хвала духам! Может быть, это порадует заблудшие души на острове. Это хорошо. Это укрепляет самый священный столб нашей веры – единение. Переломлять хлеб с соседями, разделять их горе и радости. Разве не в этом истинное предназначение любого священника? Я вспомнил об этом благодаря тебе, рыцарь. Все для тебя. Так, сейчас он бах, территория у нас. Угу. Все, значит, они просто, свечки эти. Хорошо, просто так просто. Быстренько сейчас копнем. Ух ты, что это там такое выпало? Смотрим. Листок в янтаре. О-о-о, прикольно. Не выпадал такой ни разу. Так. К Эллисон мы сейчас еще придем. Михайло. Рассказывай. О-о-о. Денселедерил почему-то не помогает. Может, это потому, что я призрак? Или мистер Лис что-то напутал с составом? Никогда ему не доверял. Головная боль мешает мне расследовать секрет бессмертия Топтыгина Третьего. Уф, Топтыгин Третий не бессмертный. Он умер так же, как и все. Давайте второй вариант. Нет, не может быть. Если я ошибаюсь в чем-то, тогда смысл... Ну вообще всего? Я вычеркнул из своей жизни всех. Семью, друзей. Даже мои родители оказались марионетками мирового заговора, и мне пришлось отказаться от них. Понимаешь? Я борюсь за правду. Мне нужно прилечь. Голова раскалывается. Опа. Еще одна история. И наш дружочек будет свободен. Ну давай, Эллисон. Что тебе надо? Чем тебе надо помочь? Еда. Еда. Держи. Две баночки.
И что бы тебе еще такого задарить? А вот орехи. Ну, как раз вот тебе баночки, вот орехи. А, там три. На, держи. Все, шикарно. Розовая папайя. Надо подсобрать тут. А то что они просто так валяются там? Смотрим далее. Опа! Ты захотел помощи? А, он больше никому не принадлежит. Хорошо, хорошо. Я тебя запомнил. Дружочек, пирожочек. Так. А тебе что надо, Спячкинс, дружок? Тебе тоже надо. Держи, у меня есть. Ну вот как вот. Держи тебя. Вот это вот. И из категории готовая еда. Ну да. Бери травку. Опа! Куст малины, куст черники, шикардос. Так, у нас остался Арджун и Тед. Все, я понял. Бревна. Бревна бревнами. Вот это барахлишко скинем пока. Ну-ка посмотрим. Черепа, Коля, может, все-таки сейчас найдем что-нибудь. Ракушка. Ты куда побежала, дорогуша? Прикольно. Так, тебе сюда пока отложим. Вот, один уже нашли. Сырой минерал. Где-то еще должны быть, мне кажется. Черепа на колу. Так. Это у нас что будет? Минералы. О. Хорошо, понял, принял, обработал. Здесь нету. И здесь нету. Подсоберем. Так. Где у нас еще были черепа? Ну и плюс нам надо еще камни долбить ходить. Держи сюда куст и сюда куст. Все остальное я потом подсоберу. Так, у нас еще там есть. Ну, беги давай сюда. Допускаем. Все.
Сейчас найдем все, что нам надо. Где наша дорогая Шарлотта? Рассказывай. Там мы сейчас, наверное, найдем наши эти. То, что нам подрезать надо. Трехлистники и так далее, и так далее. Угу, нет, это мы нашли. Сырой минерал. И где еще? С канделябром. Канделябр. Так, сейчас до канделябра успеем добежать. У меня тут сейчас будет самое интересное. Вот так вот. Мимо. С одного раза просто. Так, а вот сюда, наверное, надо будет вот так вот делать. Раз. И мимо. Значит, надо чуточку. Вот так вот. И мимо. И больше у меня нет ничего. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Канделябр, канделябр, канделябр. Нашел, отлично. Что у нас тут? Монеты, отлично. Так, Шарлотта, я все прекрасно понимаю. Рассказывай, где у нас еще? Ага, вот он. А еще так и не найдешь. Все, кепку Арджуна мы нашли. Сейчас быстренько сдаем ему. Куст черники. И, естественно, нашу всю чернику мы высаживаем опять. Что у нас тут? Рецепт. Нормально. И как раз уже тогда в следующей серии подсоберу все это барахлишко. Наверное, как раз еще у нас вырастет наши яблоки и так далее. Все это я думаю, что успею. Заморочусь, перетащу это все куда-нибудь в другое место в отдельно, а туда буду уже выставлять тогда все наши цветы. Вот. Так что, ну, это будет чуточку попозже. Так, держи бревно. Держи еще одно. Ну вот. В хранилище. И это все мы перекладываем. Тебя сюда. Вот. Шикарно. Просто шикарно все получается. Ну что ж, мои дорогие друзья, а на этом наша серия сегодня заканчивается. Видите, мы узнали с вами Октавию. Все-таки мы ее отпустили. Теперь она у нас свободная душонка. Так что спасибо вам, дорогие мои друзья, что смотрите ролики мои. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Twitch канал. Народ у нас пополняется. Заходите на наш Discord сервер. Совместно вместе с вами еще что-нибудь постримим, также поиграем. Самое главное, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы.
Счастья вам, здоровья, любви. А с вами был Надифил. Всем до скорых встреч, мои дорогие друзья.